Салют, арабы! Добро пожаловать на канал Бегерский обход. С вами Гудвин. И сегодня мы с вами совершим путешествие в то место, в которое я очень давно пытался попасть. Это всем известные Михайловские дачи, а именно дворец Михаила Николаевича, младшего сына Николая I. В свое время это место было открыто для туристов, очень много людей посещало это место, пока его совсем не заколотили. Его вроде как пытались реставрировать, но по какой-то причине реставрация прекратилась. Историю этого места вы можете найти в интернете, информация о нем доступна в открытом доступе. Единственное, что в интернете я, к сожалению, не смог найти никаких либо мистических историй, однако мне очень часто и уже довольно давно пишут огромное количество подписчиков, которые утверждают, что неоднократно там замечались какие-то странные мистические явления. Голоса, шаги, какие-то звуки. Некоторые люди даже видели силуэты. Ну, естественно, это задача для меня. К сожалению, не так давно это место взяли под охрану. И попасть туда практически невозможно, потому что все входы и выходы заколочены. Есть только один вход со стороны охранника, который мне чудом удалось попасть. Но я очень боялся того, что я спалюсь и мне там хорошенько достанется. Мне все-таки удалось туда попасть. Поэтому прямо сейчас мы с вами отправляемся в заброшенный дворец младшего сына Николая I. Но перед этим я должен вам кое-что сказать. Арава, свершилось! Наконец-таки! Просто невообразимо нереально крутые новости, ребята. Вы очень часто спрашиваете, где же заказать одежду с принтом нашего канала? Друзья мои, теперь такая возможность есть. Интернет-магазин одежды Print Bar. Этот магазин специализируется на принтах высокого качества. Но несмотря на высокое качество, у них постоянно проводятся какие-то акции, скидки и так далее. Например, на товар с тематическим принтом Хэллоуин скидка до 50%. Также в связи с не очень приятной ситуацией в стране, этот магазин предоставляет комплекты масок. Стоимость маски от 143 рублей. Комплекты предоставляются также по 3, 5 и 7 штук. Все акции магазина доступны абсолютно для всех клиентов, а также все акции доступны без ограничений по сумме заказа. Кстати, друзья мои, при любой покупке вы получаете код участия, который вы можете использовать в лотерее и получать подарки. Друзья мои, это нереально круто, так что давайте вперед по ссылочкам в описании, заходим в этот магазин, там сейчас нереальные скидки, друзья мои, правда. Вы просто посмотрите внимательно, и вы сами все поймете. И, кстати, друзья мои, для тех, кто хочет заказать авторский мерч с логотипом Блогерского обхода, я сделал специальный пак, который вы можете скачать, нанести на одежду и заказать. Ну а теперь, ребятки, погнали смотреть ролик. Судя по всему, мы пытались реконструировать, но что-то пошло не по плану. Да, если мне здесь по голове прилетит, это будет жопа. Лепнина. Сейчас вам покажу, как это выглядит. Очень аккуратненько.
Очень красивое живописное место. Было там. Насколько я знаю, это была зеркальная комната. Тупик. Себе ящика, водка. Как же жарко-то, а?
показалось или нет. Здесь кто-нибудь есть? Я хочу связаться с духом этого места. Опять здесь кто-нибудь есть? Сейчас оставлять камеру не резон, потому что здесь меня, возможно, может спалить охранник, и он меня, естественно, выгонит. А если он меня выгонит, то забрать камеру у меня возможности не будет. Так что, ребята, прошу, не серчайте. Так что я пошел дальше. Место очень большое, точнее, здание. Поэтому по нему надо ходить очень осторожно. А если вдруг будет охранник, то текать нужно почем зря, так как я нахожусь на охраняемой территории. Смерть.
эти половицы очень опасны. Балкон. Мне показалось. Кто здесь? Здесь есть кто?
Давайте выйдем на балкон, подышим. На всякий случай свет приглушу. Ага. Если я сейчас туда выйду, не спалит ли меня охрана? Знаете, в чем ирония? Чисто. Thank you.
наблюдаем за происходящим. И посмотрим, если здесь что-нибудь. Потом подключим чашу. Я хочу сейчас, на данный момент, позвать духа этого места. Хозяин, ты здесь? Зовись. Знаете, как крипово здесь находиться в темноте, ребят? Просто знаете, как это прям жесть просто. Давайте попробуем диктофон. Я хочу связаться с хозяином этого места. Пожалуйста, прошу тебя, выйди со мной на связь. Я хочу связаться с хозяином этого места. Пожалуйста, дай мне любой знак. Дай знать, что ты здесь.
Интересно. Окей. Прошу тебя дать мне любой знак. Стук, звон, стекла, все что угодно. Прошу тебя, отзовись. Давайте еще разок. Не буду пытать. Пару раз. И потом переходим к спиритбоксу. Потому что долго звонить тоже не вариант. Привлекать внимание. Вдруг еще охранник нарисуется, а мне это нафиг надо. Мне надо доснять и спокойно, тихо уйти. Давайте еще разочек. Просто херня какая-то. Ты здесь? Нам не нравится. На самом деле это жутковато. Заставляет немножко понервничать. Времени уже довольно много. Я хочу связаться с хозяином этого места. Пожалуйста, выйди на связь. Как ты здесь оказался? Дух этого места. Здесь прям что-то крохочет. Хотел бы ты оставить послание этому миру? Дух этого места, хотел бы ты оставить послание этому миру? Дух этого места. Что тебе не дает отсюда уйти? Хотел бы ты покинуть это место?
твою мать! Знали бы вы, ребят, как у меня сейчас колотится сердце. Господи. Хозяин этого места, я покидаю это место, оставляю тебя в покое. Я отпускаю тебя. Ступай к свету и будь свободен. Не знаю, насколько правильно. Не знаю, насколько правильно я поступаю, все ли я говорю правильно, но. У меня сейчас сердце выскочит на. Время уже под утро. Пора выходить. Оставлять в покое это место. Место очень интересное. Классная. Что ж вам сказать напоследок, друзья мои? Это место не только прекрасно по-своему, но и очень загадочное. Я общался с большим количеством людей по поводу этого места. У большинства количества людей мнения расходятся. Многие говорят, что там ничего не происходит и никаких призраков там быть не может. Многие говорят, что там происходит какая-то чертовщина. Но знаете, друзья мои, мы-то знаем, что не каждому дано встретиться с тонким миром. И поэтому остается только гадать, с кем или с чем мы там столкнулись. Друзья мои, огромное спасибо за просмотр. Я вас всех очень люблю. Вы самые лучшие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться. Обратите внимание на спонсорскую кнопочку. И увидимся с вами в следующем выпуске. Ребят, я вас всех очень люблю, уважаю. Вы самые лучшие. Пока, друзья мои.